Подвялі вынікі мінулага і паставілі задачы на гэты год. На 9-м пленуме абласнога камітэта БРСМ прэзентавалі лепшыя праекты, выбралі новага першага сакратара рэгіёна і ўзнагародзілі актывістаў арганізацыі. На мерапрыемстве пабывала наш корэспандэнт Ганна Каральчук. Минулый год для Беларуси отзначился такими значными подеями, как другие европейские гульни, перепис насельництва и парламентские выборы. Республиканский союз молоди был их активным удельником. Только у нашем регионе БРСМ провел каля 1000 социально значных мероприемств у разных напрямков. Лепшие проекты презентовали гостям на выставе. Старшиня Гомельского облваканкама Геннадь Соловей и первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк дали становчую оценку потенциалу молоди. Действительно, в 2019 году у Гомельщины есть результаты. Это и участие в масштабных событиях всебелорусского масштаба, я имею в виду европейские игры. Это и выборная кампания, которая отлично прошла на территории Гомельщины. И многие результаты, победы в конкурсах студенческих отрядов, волонтерских отрядов. Как всегда, Гомель и Гомельская область диктуют определенный тренд в современных подходах, к образованию, к передаче информации среди молодежи, распространению этой информации. На Гомельщине з'явилося шмат проектов, вартых развития во всей республике. Серед их папа-залы и деловая гульня «Азбука громадянина», которые уже укореняются в других регионах. У 2019-м так само упершиню в области был створен студотрат матросов-воротовальников, которые несли службу на водоемах. Сёлета Геннадь Соловей пропоновал активистам долучиться до будовли социально значных объектов региона, например, мемориального комплекса вёсцы Алла Светлогорского района, и провести молодежный велопробег по местам памяти, примеркованы до 75-годия Великой Перемоги. Подчас посяджения вырашилось важное кадровое пытание. Новым лидером Гомельского обкама БРСМ обрали Веронику Гудкову, якая ранее узначальвала Клецкую районную организацию. Девчина працует в Союзе молоди амаль 7 годов. Напроконцы пленума узнагороды отримали лепшие активисты. В педагогическом отряде мы являлись воспитателями. Нас было 20 человек в составе студенческого отряда. Работали мы с детьми, находились круглосуточно, то есть заменяли их родителей, общались с детьми, старались сделать им отдых незабываемым. В экологическом отряде я работала с бойцами из лицея речного флота. Мы работали в государственном историко-культурном учреждении Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Занимались благоустройством и озеленением территории. Подяками так само отзначили тех, кто унес значный уклад у развития молодежного руху. Нагрудный знак уручили Игорю Завалею, який узначальвал областную организацию на протягу 5 годов, а зараз является депутатом Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь. Ганна Каральчук, Ігор Марышченко, телерадіокомпанія «Гомель».